когда ты идешь ехать, это не детский, не детский хитрый. Сколько в честь вы живем проходит? 1705 Привет, друзья и гости нашего канала. Мы находимся в селе Зарубино Нижегородской области и решили прогуляться, посмотреть, что за село, и увидели церковь старинную. Эта церковь была построена в 1703 году. Ну и заодно решили снять, пройтись, посмотреть. Сюда было невозможно просто забраться, но благодаря внучке она через окно все-таки попала в эту церковь и сняла для меня видео. Церковь почти разрушена. Вот прям рядом какое-то здание, но его уже нет. А рядом из кирпича стоит колокольня. Она построена в 1895 году. Также сюда смогли подняться внуки и снять изнутри. Вот вы видите, какие здесь лестницы. Конечно, по ним мы не стали забираться, это опасно. Но я не смогла сюда подняться, потому что было очень высоко. Молодые быстренько заскочили, вот, поснимали. Рядом колокольни и церковью, кладбище. Ну, тоже оно старинное. Хотя есть и более такие уже современные могилки. Вот, 1895 году колокольня рядом вот с церковью. А здесь вот подвал. Но там тоже пустота, в общем, доски какие-то туда. Спуститься тоже. И темно, во-первых. Мы не стали спускаться, смотреть, как подвал. Вот такое вот село, где находится церковь и колокольня старинная. Со стороны очень смотрится красиво. Мне понравилась вот именно колокольня. Я обратила внимание на нее. И когда мы прошли, я думала, сюда нельзя пройти, а как же здесь вход свободный. Можно ходить, смотреть. Вот вы видите, вот такое кладбище. Ну, тоже наполовину заросшее, где-то убрано, где-то нет. Самые старые могилки, они есть такие, что они ухоженные, а вот более такие, более современные. Они ухожены, видно, памятники. Что такое? Сходили, посмотрели. Было интересно, конечно. Внукам было очень интересно посмотреть изнутри. Они прям хотели туда попасть. Я их сначала не пускала, но все-таки они поднялись. Колокольню добрались и в церковь. Это вот был вход. Конечно, все оно уже пришло в негодность. Я думаю, колокольню можно было бы сохранить. Очень красивое здание, интересное. Но я не знаю, от кого это зависит. Но посмотреть, конечно, и взобраться еще бы наверх было бы интересно. Ну а рядом построили вот такую вот церковь рядом с этим погостом, более уже современная церковь.
Это вот колокольня. Три колокола. Дергать нельзя. Дергать нельзя. Это был простой день, не выходной, никого здесь не было. Мы смогли походить, поснимать. Вы видите приход. Сила, так как село небольшое, и поэтому она не открыта. Наверное, я думаю, что открывается в выходные дни. Территория ухоженная. Было, конечно, интересно посмотреть, но я думаю, и вам будет интересно. Ну, а это перед вами сельский клуб села Зарубино. Сельский клуб. Спасибо за просмотр. С вами была Татьяна. Всем пока.